Всем-всем привет! Сегодня у нас пятница, у всех людей рабочий день, а мы гуляем. Мы приехали... Вообще мы сегодня проведем такой тур по маленьким городкам историческим в Новой Англии. Это называется так район этот, регион, штат Массачусетс, Нью-Хэмпшир. В общем, называется Новая Англия, это первые места переселенцев. Скажи, что ты папа культурный очень, высыпал мусор в урну. Вот, поэтому мы здесь погуляем. У нас в плане три города пока, ну, а там будет видно. Сейчас мы приехали в город, который называется Ньюберипорт. Мы уже здесь когда-то были, нам очень понравился, поэтому решили показать его родителям, ну и сами заодно здесь погулять. Вот у меня даже якорьки на ушах в честь этого великого дня. Тур по океанским городкам. Ну, в общем, сейчас буду показывать, что мы здесь увидим. Итак, вот набережная, как всегда, деревянная. Здесь уже доки начинаются, вода не очень чистая, как видите. Видишь, вода такая темная, такая неприветливая. Глубоко, да. А вон рыбацкая лодка, смотри. Вот рыбацкий кораблик. Рыбацкая лодка. Лиза Н, кстати, называется. Лиза Н. The third. Это вот эта же рыбацкая, смотри, сеть и все. Да, да. А вот та красная это какая? Тоже рыбацкая? Папа. А красная вот та? Да? Это буксир, говорят. Это памятник в память морякам, которые пропали в океане. А вот еще один в память тоже морякам. Хезер Лайн. Которые погибли в 96-м году, 5 сентября. Трое. И здесь тоже Never will be forgotten. Это другие уже день. А это старый рынок, видимо, рыбацкий. И здесь... такое сборище антиквариата, но не для продажи, а что-то типа музея, наверное. Заходить вовнутрь нельзя, а вот разные такие рыбацкие прибамбасы. Буйки, буйки, котелки старенькие. Кто-то ж, наверное, из них ел раньше еду. Да. Утка смешная, да? С шариком причем. С шариком. Старые знаки. Какие-то антикварные. А вот якорь, смотри, ржавый стоит. Кстати, этот якорь стоит 1200, он продается. Кстати, вот кого-то подняли, наверное. Раритет, да, с какой-то шхуны, яхт. Да, его нашли на побережье этого Глостера. Глостера. А у нас Глостера. Тоже много якорей. Типа 1800 в этом, ну, у него примерно. Сейчас пройдемся по старому центру. Вы думали, Женя, вроде кто-то живет, но это городок, что-то.
бор, ямы, ничего не держит. Старые дома тоже. Улочки красивые. Я так-то прочитал. Здесь все плетется. Но пока еще нет листов. А вот смотрите, живые цветы. Да, спасибо, пахнут. Пахнут, между прочим. Красивые. Да, пахнут. Пахнут вообще. Красивые, да? О, вербай тут есть, наверное. Да. Какой ресторанчик вот здесь. Это. Они бывают на две, это сафары называют, правильно, на две нити. Ну, нормально. Свиньи. Тоже цветочки везде. Дерево. Вон это, дерево. Гелик. Это модель очень часто, она именно ручная. Для ресторан с лифтом. Да. А вот сделали имитацию. Это имитация речки, да? Как красиво. А еще одна его. Вот этот дом стоит здесь с 1680 года. Он деревянный, обратите внимание. То есть это один из первых американских домов вообще. Америка молодая страна. Значит, и улочка вся эта достаточно старая. Хотя это, конечно, дом посовременнее. Кирпичный. Кстати, похож на форт чем-то, да? Какие симпатичные ходят улочки в этих районах. Церквушки. Это церковь 1756 года. Идите ко мне сюда, серый. Смотрите, гараж или сарайчик, тут даже гаража нет. Пряничный домик прямо. Вроде бы как продается. Вы еще можете успеть его купить. Какой симпатичный дом, кирпичный. Вот это вот в моем фокусе. Красивый. Следят тут за домами. Видно, или их обязывают, или просто люди богатые покупают здесь. Потому что следят. А это пластик. Конечно, они должны содержать такие исторические места в порядке. Да, это дом ого-го какой, не маленький. А вот одна из, видимо, центральных улиц Ньюбери-Порта. Те же красивые цветы. О, а запах. Вот, дома на продажу. Бабушка дом выбирает. Да? Вон какие улочки. Сейчас она довольно-таки шумная. Много людей. Она продаст три квартиры. Гараж, машину, дедушку. И купит себе самокат и будет ездить по посту. Да. Что это? Это фотография какая-то. Это 80-й уже, наверное. А-а-а. Да? Это, видишь, с пластинками на голове, модные. Да, моднявые.
А вот мы нашли такой интересный арку. Интересную нашли. Там, наверное, скверик. Ну, сейчас проверим, что там. Да, это она и есть. Я только внизу стоял и наверх. А это мур. Это же торговый центр. В таком стиле, да? Такой аутентичный город. Красивый. Собачка прям выглядит. Чистенькая, блестит. Да. Можно посидеть здесь, отдохнуть. Еще и с цветочками. Шоколад. Это вот это вот. Что он за лидер? Все лидеры. Как далеко он зайдет? Посмотрим. Это очень красивая улочка. Eat cake. Скушай торт. Впереди скверик. О, я обожаю такие улицы и города. А, где моя принцесса? Пряча. Вот сюда надо сфотографироваться. Вот в это направление красиво. Улица. Такая палаточка симпатичная. Вот папе нужно такой этот Ньюберипорт, Массачусетс. Этот. Мама, круг спасательный. Мам, это попугай Кеша. Кеша, попугай. Не тряси колесо, Жора, то уедет сейчас тележка. Мама. Смотрите, какой попугай Кеша. За $300 пиратский. Якоря классные. Сундуки. Щепок. Что-то такое. Секретерчики такие. Мы зашли в сувенирный магазин. Эти дорого стоят, да? Дерево, поэтому... Вот пираты еще прикольные. А вот папа улов, смотри. Улов. Ау. Идем. А вот тоже, смотри, какая лодочка, да? С элементами, с какими-то сундучками. Вот это рыбацкая. Маяк. Это же как раз вот этих вы видите, раков. Да, да. Красота, красота. Я бы все купила бы здесь. Да? Сейчас мы свернем с этих улочек уже красивых. Это скверик. Спустимся к воде еще раз. И уже в машину и в другое место поедем. Здесь был построен в 1798 году 24-х... Как это называется? Пушечный. Пушечный корабль для новой армии США в 1798 году. А вот ремонтируют набережную. Деревянную набережную надо ремонтировать. Следить за ней.
Вот толстый. Здесь большое течение. Смотрите, как относит уточку. О, полетела, полетела! Смотри, смотри, полетела. Еще часть набережной со столиками. Можно сесть покушать. Вон мамочка сидит, кушает. А вон стоят, смотри, какие большие корабли. Северная звезда. И там тоже для яхт. База. Зимняя, видимо, они там отстаиваются. А вот какие интересные статуи здесь. Из металла, нержавейки.